Ох, боже, всем привет, дорогие друзья, с вами тут Импаут. Да, меня очень давно не было на Ютубе, вот сейчас залил ролик, который снял, наверное, полгода назад и так и не заливал. Да, это жесть просто, я понимаю, то, что многие ждали видео, а я там не снимал, ну, очень нагруженная жизнь, мало времени, ну... Просто руки до этого не доходили, сейчас наконец дошли. Может быть, я наконец смогу снимать видосы для вас хотя бы по выходным. Я попробую, ну, как-то пересмотреть все это дело. В общем, я очень рад вернуться. Поздравляю всех с наступившим 2024 годом. Поздравляю всех со старым Новым годом. Потому что у меня на данный момент уже старый. Даже новогоднее поздравление не записал. Какой я бессовестный. Ох, ну, в общем, всем от всей души желаю всего самого наилучшего. А мы продолжаем играть в Atomic Heart. Потому что мне так захотелось. Надо еще Far Cry добивать. А, в принципе, на чем мы остановились, я уже, конечно, не помню. Но я помню то, что мы начали проходить дополнение. Вот сейчас смотрю настройки графики. Все у меня тут, конечно, прикольно выставлено, но... Я когда смотрел запись последнюю, что-то у меня там во время боя было очень мало FPS-а. И это ни хрена не прикольно. Продолжаем игру. Сейчас посмотрим, что у нас будет по FPS-у. Если прям все будет... хреново, может, что-то подубавим. Ну, конечно, бы не хотелось. Видяшка у меня, конечно, старенькая. Если я скажу вообще, какая у меня видяшка, вы вообще охереть. Хотя, что мне говорить? Вы и так в описании это все видите прекрасно. Какая у меня видяшка стоит. Так. Ой-ой-ой, блядь. Вот это я читал. Я все читал. Охуеть, а что за такие микро? Не-не-не, это мы не слушаем. Это нам нельзя слушать. Да, блядь, нельзя нам это слушать. Ёб твою мать. Я отправился вообще в этот, по-моему, в лифт. Этаж второй, что ли? Да. И тут я должен был собрать пушечку. Блин, ну знаете, в принципе... Вроде не все так и плохо. А вроде все и плохо. Не понимаю пока, знаете. Не. Чувствую то, что надо подубать. Вот прям сейчас я это почувствую. Когда основной сюжет проходил, все было шикарно. Сейчас в этом дополнении, наверное, из-за того, что тут болото с охуительно объемной водой, мне херово. Вот это вот рефлекс, качество. Ну-ка, а если его выключить? Смотрите, выключил NVIDIA рефлекс. Непонятно. Вроде получше стало. А вроде и непонятно. Так, ладно. Так. Объемный туман, конечно, низкий. Вот что, с тени. Давайте понежнее тени сделаем. Ебать. А в чем разница? О-о-о. Ну подумаешь. Погоди, это кого? Рассеянное затенение, ладно. Ну подумаешь, солнышко на гору высветилось. Ничего там такого нет. Во! Ну вот с этим еще как-то можно поиграть, я считаю. Так, Рафик, я к тебе сейчас подойду. Я вот это вот не помню, читал или нет. Бусы-носители.
Прошли сутки. Блять, по-моему, не читал. Трагедия. В результате внезапного нападения узел комплекса Менделеев захвачен полковником Муравьевой, присоединившимся к врагам. Дальняя радиосвязь полностью подавлена. Нейрокуклы перешли под контроль Муравьевой и пытаются изловить бусы-носители. Бурав сообщает о нарастающих попытках установления над ним внешнего контроля. Муравьева знает о возможности рекомбинации и преследует цель подчинить Элеонору себе, принимая решение засыпать тоннель в комплекс и провести аварийное отключение Бурава. Автономность магнитоходов БУС-А стала решающим фактором. После проведения мною БУС в автономном боевой режим магнитоходы успешно ускользают от манипуляторов Элеоноры и от нейрокукол. Полковник Муравьев продолжает попытки отлова бус руками нейрокукол, но пока ей не удалось не поймать носителей, не добиться от них уничтожения груза или самоликвидации. Магнитоходы не реагируют на команды узла. Помимо этого, на моей стороне факт наличия на территории комплекса Менделеев нескольких десятков роботов типа бус-А, полностью аналогичных носителям по ТТХ, скажу. Носители, задействованные мной, имеют на корпусе индивидуальную маркировку и отличаются по цвету поверхности. Но они успешно затерялись в этой массе однотипных магнитоходов, хаотично перемещающихся по территории Менделеева. Думаю, как разыскать и собрать носители вручную. Решения пока нет. Охуеть, FPS тут, конечно. Прошли сутки, решения по-прежнему нет. Самостоятельно разыскать носители я не могу, в силу отсутствия у меня боевых навыков. Тем временем кровавая конфронтация с врагами набирает трагические обороты. В этих условиях прибегать к физическому разрушению устройства Элеоноры крайне непродуктивно. Пока воздерживаюсь от вызова сюда военных. Тем более, что вокруг шара больше нет врагов. Нейрокуклы ушли вглубь болот, появилась возможность покинуть лабораторию. Продолжаю искать решение. Алексей Владимирович, у меня вопрос по твоему профилю. Можно ли, в рамках теории, конечно, восстановить часть сознания при очень сильных повреждениях мозга? Очень сильных. И я имею в виду не нейрологию, а искусственный интеллект. К примеру, дать ему всю информацию о прошлом человека, его пристрастиях, запись голоса, фотографии, чтобы интеллект научился быть этим самым человеком. Станет ли он тем, кем был раньше? Варианты прикидываю для общего развития. Ну, не для публичного уха, конечно. Может, он хочет этих близняшек установить с мозгами, не знаю. Честно, я уже и по сюжету мало чего помню, но помню. Так. Эй, пузатый. Терентий. Профессор сказал, что... Товарищ, это Секатор. Секатор, это товарищ. Секатор? Вот теперь давайте играть. Берегите это оружие, товарищ. Хорошо, я уничтожу людей. Что? Что? Вот это, ну, давай не затирай, братан. Что со старой? А старая меня кинула. Так. Наверх надо? Ну, давай наверх. Здорово еще раз. Как им пользоваться? А? В общих чертах, секатор может отключать магнитоходы БУС и отделять их друг от друга. С аспектами боевого применения, я уверен, вы разберетесь и сами. Это по вашей части. Так точно.
Как это вообще возможно, чтобы ремшкаф взял под контроль целый комплекс? Элеонора, это глобальное устройство. Передовое достижение сразу нескольких отраслей науки. Она искусственный интеллект на базе мощнейшего вычислительного центра. Да, тут-то Петров мозг ей и сломал. Ваше глобальное устройство теперь похотливый холодильник. Виктор хотел починить себе Элеонору. Но взломать ее мозг, над созданием которого трудились десятки самых талантливых ученых СССР, одному человеку не под силу. План Петрова ожидаемо провалился. Хотя я соглашусь, что холодильник, наверное, и правда странный итог всей этой истории. Да ничего Петров не хотел. Псих. Испоганил ей мозги, да и только. Как и роботов-балерин в театре. Он запрограммировал ее, якобы она молодая, талантливая женщина, которая стремится быть всецело предана одному идеальному мужчине. На эту роль Петров хотел определить себя. Ну что-то пошло не так, да? Элеонора – развивающийся интеллект с алгоритмами самоанализа. Петров на роль ее идеального мужчины не подошел. Он нарушил архитектуру управляющих алгоритмов. И тогда дефектный самоанализ привел к непрогнозируемым результатам. Так. Почему Элеонора меня не убила? По неизвестным мне причинам, Леонора сочла вас тем самым идеальным мужчиной и решила сохранить вам жизнь, отвергнув Петрова. Вследствие тяжелой деформации своих управляющих алгоритмов, она взяла под контроль весь подземный комплекс. Открыв лабораторию, она выпустила на поверхность экспериментальные образцы семеногов. В результате весь остальной живой персонал Менделеева погиб. Вы сказали, что Элеонору можно починить. А, да. Ее интеллект можно переустановить вручную. Но сначала придется доставить в мозг модули с эталонными алгоритмами. А такие есть? Бусы, Сергей. А, бусы. Да. А, у них полный пакет для замены важных полимерных компонентов. К сожалению, все попытки доставить их в помещение загрузки закончились неудачей. Вы отправили роботов, но их перехватила Бабазина? Не сразу. Автономные роботы-магнитоходы должны были доставить сгустки полимера с алгоритмами в помещение мозга. Элеонора же блокировала все доступы. Но тут есть Бурал. Он прорыл тоннель с поверхности внутрь Менделеева. Вы по нему выбрались. По тоннелю я отправил туда нейрокукол с бусами. Планировалось, что бусы самостоятельно доберутся до загрузочного помещения, а нейрокуклы уложат их в финал пневмозагрузчика. И вот тут пролетела Баба Зина. А, тут да. Полковник Муравьева захватил местный узел. Нейрокуклы стали враждебным практически мгновенно. Часть бус к тому моменту уже находилась под землей. Я едва успел подать общий сигнал о переходе в автономный режим. Все решили какие-то секунды. Теперь куклы Зинаиды не могут их поймать, но и контроль над бусами утерян. Они от меня будут убегать. К сожалению, вы правы. Ну и атаковать, конечно. Тоже верно, но поодиночке бусы не очень опасны. Хуже будет, если они начнут собираться в комбинации. Хуже будет, если бабка спустит на меня бурав. О, нет. К счастью, я успел его отключить. Вот отлично. Замечательно. Пойду искать бусы. Погодите. Только с кодами доступа. Вот возьмите. Они откроют вам шлюзы комплекса. Погнали. Это что, телефон у него тут? Охереть.
Магнитоэлектрический датчик, оптический датчик, охереть. Дельфина засунул. Тут еще этажи есть. Блять, а можешь все-таки посмотреть, что на них стоит? Секатор. Секатор имеет два режима огня. Основной требует боеприпасов и будет решетить цель подобно автомату. Вторичный при удержании заряжает волну, разрубающий противников на части. Для зарядки вторичного навыка требуется энергия. В комбинации с техностазисом секатор превращается в смертоносное оружие. Один из бус находится в секторе оранжерей, здесь, на поверхности. Вы можете начать с него. Спасибо за предупреждение. По-моему, я уже доставал или нет? Хилочка. Заебись. Так. А как этот? Это присели. Ой, это не то. Прикиньте, я забыл, как местный сканировать. Так, а... Как я местный сканировал? Какая-то кнопка такая была. А, во, да. Alt. Да. Все. Начинается магия. Ну и по FPS-у, конечно... Ой, FPS, конечно, в этом лесу у меня... Так, анимации оставим. Рассеянное затенение низкий. Визуальные эффекты. Количество объектов низкий. Высокий или низкий? Материал высокий, объемный туман, постобработка, так, качество геометрии, качество растительности. Вот так давай. О, лучше? Ну вот эта вот вода, кстати, когда я играл, она вообще, она такая жесть была просто на видео. Она там болтыхалась, какие-то красивые переходы были. Мне, честно сказать, с моей видеокарты это не надо. Хотелось бы, конечно, но не надо. Уж лучше у вас на видео будет побольше... А, не, есть все-таки, смотри. Было, да? Да, во, видели? Да, есть. Есть, ладно. Опять ты гусь. Я захвачу контроль над предприятием. Я освобожу здесь всех животных. Но не тебя. Слышь ты, бля. Фу, ящик как блич. О, нихуя себе. Ты чё, блядь? Ты ответишь за каждое перо с моей жопой. Нихуя. Охуеть. Не, ну по FPS-у всё шикарно. Все охуенно по FPS-у стало. Стало прям... Ну вот, единственное, то что видите, вот от моих прыжков остается след. Вроде от ходьбы нет. Все. Народ, играем. Все, играем так. Ага. Сюда пройти. Прекрасное место, чтобы построить город. Или спрятать труп. А я нашел конечки. Блять, какой же гусь. Маслину поймал. А, нет, показалось. Да пошел ты нахуй. Иди сюда, говно собачье. Решил ко мне лезть? Надо же ты обосрался. Небось, полимеров пережрал. Угомонись, животное. Сука. Какая это сука, а? Он просто доколебался и спрятался в трубу. Думает, типа, самый умный. Ну-ка сюда, да залезь ты сюда. Да давай багом, во.
И тут что, мне все обходить надо? Или что, проход-то есть? Вообще, он как-то раз мне тут, чтобы убить Буза, атакуйте ее уязвимое место. Че? Это вы про кого? Я уже, кстати... Везде бы так. А, вот проход. Выловите все буса с контрольными алгоритмами на поверхности. Ебать, ну погнали. Ах, блядь. Так. Что происходит? Ага, это я замедлил движение. На, сука. Ебать, да ты вообще ёбнутый, да? Кстати, я не люблю, когда легкая уровень сложность. По уровню сложности у меня, конечно, не прям пиздец. Но, блядь, я забыл, как играть. На. Ну ничего, народ, я вспомню. Ах, сука. Так, тихо. Вот ты, блядь. А, это у меня щит. Давай. Сейчас вспомним, как драться. Вспомним, как драться, чтобы не стреляться. Так. Хилочка у нас пришла. Маленькая, правда. Здорово. Так, тут что? Тут что-то интересное тоже, но ничего особенного там нет. Так. Ну, там вот потенциальные враги, да. Ну, хоть уже подкреплений их жестких не вызывает и не чинит их, на то спасибо. Ебать! Вы чё? Вы чё? По отдельному цвету это носитель. Осталось его поймать. Ебать. Ебать, чё происходит? Я ж сейчас умру. Охуеть. Охуеть. Не, тема, конечно, классная. А что делать-то? Симпатично. Везде бы так. Ладно, не тратимся. Так, ну тут пора тебя добивать, сука. Ну чё, а тебя руками разобью, понял? Кия, ёпта. Так. А чё, не собираешься? Типа крутой, да? Так, а вон там чё за херня? Охереть их там, конечно. То есть они вот такие, да? А что написано по уязвимости? Буса, устойчивость, уязвимость. Хер знает про что уязвимость. Ну, ладно. Если уж судьба туда зайти, значит судьба. Давай, налетай, ёпт. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Так, внезапный звонок. Я вижу то, что у меня нет патрон. И мало хп. Ёпт твою мать.
Давай еще раз пробовать. Я вот было сказано про слабые места. Я в Атомикарте, конечно, мало просирал. Но сейчас я просираю, потому что я не пойму, что делать. Написано. Симпатично. Везде бы так. Ну давай с тобой сначала. Ну рукопашки чисто. Ну, а еще удар. Ну и все, и пошла. Так, дальше. Ты. На полный. Все. Что с этими бус... А, делать? Давай сюда пройду, посмотрю, что здесь. Что за херня там ходит? Ну ладно, давай сначала тут пройдем, посмотрим, что. И, давай ко мне иди. Иди, иди, иди. Ты мой маленький. На, сука. Ебать, еще одно чучело пришло. Сука. Все, не надо мне тут никакие атаки рисовать. Хилочку выбили. Еще. Блять! Вот прикольно, когда что-то в новинку и не знаешь, чего ожидать. Блять, тихо. Замедлились. Я забыл, что такое кнопка Shift, пацаны, не обессудьте. Давайте сейчас еще раз попробуем. Давайте сделаем красиво. Ебать, а где красный индикатор? Давай красный индикатор. Не захотел он красный индикатор делать. Хилку как заработали, так и прекрасно просрали. Че ты за челик такой? Ты кто? А, это этих так изображает. Выглядит, как будто что-то жирное. Пропустил. Что-то, блин, вначале как-то опаснее это все выглядело. А как с бусами-то бороться? Найдите бус А в оранжерее. Замечательно, нашел. Дальше что? И пизда мне. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. А-а-а, ебать. А он вот тут был. Ёб твою мать. Охуеть просто. Я не знаю, что делать. Я тупой, не знаю, может быть. Надо, кстати, заставки смертельные смотреть. Это фишка этой игры. Я, наверное, целую серию буду пытаться этих боссов фигачить. Ну, надеюсь, конечно, это не так будет, но это реально смешно. Симпатично. Везде бы так. Давай. Ебать, приехал, здорово. Ну я понимаю, кукла не так сильно только-то боится. Ты куда убежал?
Смотрите на него, взял, убежал, как сыкло. Ай, блядь, сука. Сам напросился. Заскамил меня, да? Че? А ты откуда тут? Слышь, чё? Не знаю, откуда ты тут взялся. О, вот хилочка, это хорошо. Давай сразу вот эту вот херню возьмем. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Я хер знает, что делать, но мне пизда. Сколько в тебя дамаг-то надо занести, сука? Ему похуй. В чем прикол-то? Поймать носителя, чтоб все отключились? Чё-то ему похуй, целую обойму в него пустил, блядь. Это пиздец. Короче, я как понял, мне их надо как-то расхерачить. Симпатично. Везде бы так. Ну? Го! Го драться. Блять, вот ты откуда тут вообще? Я хер тебя понять. Блять, еще вам просрать. На! Сука, я так старался, чтобы вы отпрыгнули и начали меня своими частями тела закидывать. Пизда, забили робота. Или все-таки не забили? Мне бы хилочку, а вы какую-то хуйню даете. Я с этими бусами без КП не справлюсь. КПшку дашь или не дашь? Не дашь. Ну все, блять, это слив. Понижней будь. Сука. Ой, блядь. О. Ну, идем к этим тварям. Цвету это носитель, осталось его поймать. Я их вообще как-то побеждаю, блядь. На победу нихуя не похоже. Нет, блядь, тихо. Как же это пиздец. Охуеть. Блять. Не, пацаны, это пиздец как тяжело.
Я сейчас, конечно, догадаюсь, как это проходить. Я, наверное, даже, знаете, сейчас как сделаю? Я буду сразу туда залетать без всякой хуйни. Зачем с кем-то бороться на улице, когда надо сразу к ним залетать и все? Везде бы так. Все, здорово. Судя по отдельному цвету, это носитель. Осталось его поймать. Блять, они просто... Я в ахуе. Блять, ты чё вы делаете? Блять, они просто в угол забивают. Я раньше думал, что этот лизун это пиздец какой-то, но это нифига. Я понял, знаете чё? Я понял, что у меня нихера нет хилок. Надо срочно хилки, чтобы эту хуйню победить. Симпатично. Везде бы так. Есть где-нибудь хилки? А хилки я хер где изготовлю, потому что их обычно можно было в автомате делать. В данный момент я автомата не вижу. Поэтому погнали. Да, блядь. Вам вообще похуй, я время замедлил, алё, блядь. Ёб твою мать! Блять, выигрываю. Тихо, тихо. Охуеть. Я победил эту херню. Здорово, пацаны. Чё, заебись вам? Ну это, конечно, тяжело, блядь. Когда их толпа, это жопа. Заметьте, не с одной. Это ты, сука? Чё такое, испугался? Ну и чё с тобой делать будем? Найдите буса раструба. Найдите ближайший раструб и поместите туда профессор, прием. Мой позывной Рубин. Можете обращаться ко мне в эфире так. Окей. Вы нашли носить? А я знаю, что вы делали с Элеонорой этим летом. Ты чё, охуел? Бус у меня. Направляюсь в загрузочное помещение. Конец связи. Иди, иди сюда. Я уже не человек. Я тебе покажу, пусть ты жил. Ты охуел. Да ты еще слей меня, блядь. Все получат по ебалу. Давай, давай. Что ты за чешмых-то, блядь? Да смеемся. Угомонись, животное. Пиздец. Добавлено на склад. У Леонор на складе есть для вас подарок. Наведайтесь к ней. А я и Леонор-то и не видел, алё. Это, кстати, что за такие плоды непонятные? Это кто? Охуеть, здорово. Вот так почитать зайдешь, блядь.
А тут ты хуй почитаешь. Блять, нет, блять. Откуда вас тут столько? На, пизда. Пиздец. Я просто в ахуе. Зашел почитать, что на этом билдборде непонятного, и меня уже отпиздили. Да, блять, опять ты, сука. Поцелуй мою паку, Патри! Уродша ты! Как они ко мне зашли? Вопрос хороший. Откуда вы тут взялись? Вам двери открыли? Ну да, им открыли двери. Так, чё тут? Некоторые растения линии 149-1А перестали приносить семена, привычные для репы. Однако 27 сентября сотрудники отметили небольшие шаровидные наросты в нижней части корнеплода. 3 октября на наростах проросли корни, 8 октября появились небольшие листья. Есть основания полагать, что Y-вирус мог передать свойства картофеля к размножению дочерним корнеплодам. Необходимо проверить чистоту исходного материала. Каких-то челиков тут насовали. Растения переведены в условия открытого грунта с условием огорожения территории не менее чем метровым забором и отсутствия других растительных культур на участке произрастания репы. Подтверждены случаи проникновения корней в сосудистую систему других растений в темное время суток с целью питания. Что вы сделали? Так, эта херня успешно прижилась в условиях закрытого грунта теплиц Менделеева. При недостатке влаги при свете растения репа самостоятельно выкапываются из земли, перемещаются в более благоприятный участок. Однако в связи с перемещением экземпляров возникла необходимость совершенствования ограждений делянок с опытной культурой. Репа разоряла почву других насаждений, а также стремилась покинуть теплицу в поисках источника света и воды. Случаи питания за счет других растений не подтверждены, но по замечанию Ивана М. в теплице погибло несколько томатов модифицированной линии с йодом калия. Так, это мы читали. Подтвержден случай нападения репы на человека. Пропавший накануне сторож был найден на поле, полузакопанном в почву. Ткани были частично лизированы ферментами и высушены. Рядом с ним был обнаружен обрез. На некоторых растениях на поле при осмотре выявили повреждения от дроби. Но все раненые участки к моменту осмотра зажили и затянулись прочной квалифицированной корой. Для уточнения деталей на учет совет приглашен Николай В. Однако его коллега Иван М. утверждает, что не видел Николая уже несколько дней. Охуеть, репу сделали. Репа нападает на человека. Пиздец. Еще лучше нельзя было придумать. Вот эта вот херня. Мне даже жутко теперь стало. Нам, наверное, надо на эту вернуться. Или не знаю, может и не вернуться. Давайте постреляем. Ну там
Слушай, а почему бы и нет? Мне вот нравится стрелять, а вам? Патроны, правда, тратятся, но мне нравится. Я уже догадываюсь, как паркур. Ой, как хорошо. Залутали секрет, еще тут есть. Люблю, когда есть ящики. Типа не все так просто, да? Сначала залезь ко мне. Окей. Не, ну паркур мне нравился всегда. Особенно паркур, похожий на паркур из Dying Light, который, кстати, тоже надо проходить. Что, это все ящики? Ладно, что я с этим-то хожу? Сюда нельзя. И вон еще ящик. Какой-то херни налутался. Ладно, пацаны. Это отсюда так все заросло. Удачи вам. Так. О, ворота открылись. Они закрытые были. А нам надо сейчас типа вторых бус, что ли, поймать. Блять, оно вот тут вот рисует тоже, что что-то есть. Может, все-таки слазью. Я ж паркурист. Че я сдался-то? Сейчас как-нибудь залезу. Вы что думаете, не залезу? Я залезу. Мне главное увидеть, что можно залезть. Я залезу. Ой, как хорошо. По кайфу просто. Ебать. Хера ты кувырки творишь. Ага. Ну, чуть-чуть хпшку отбавили, и ладно. Может, вот ебучий кузь быть? Тварина такая. Вон, если есть труба, значит есть гусь. Так, ну, сканер вроде никакой херни не показывает. Звуки, конечно, пиздец. Лагающий билдборд. Ага, здорово. Да начнется пиздец. Блядство. Разврат. Охуеть. Это ты, сука. Все, я нашел их короля, блядь. Так, тихо. Деремся. Патроны не тратим.
Мне там просто непонятно было, кто у них главный. А теперь, когда те всех захерачил, понял, что по цвету вот этот. Это оказывается не так сложно, как я себе представлял. Но ничего страшного. Главное, что разобрался, правильно? Правильно. У нас теперь вон большие хилы есть. Шикарно, шикарно. Короче, есть один секунд, который всех на меня направляет драться. Ну, это ожидаемо. Ну, что за херня тут пару? Не понял. Ага, и дают, типа, на склад оружия, да? За то, что я что-то сделал. Интересно. Ну, самое пиздатое оружие, это вот это уже понятно. Ну, по крайней мере, прикольно. Так. Мне кажется, в доме что-то может быть. Так оно и есть, да? А как? Зачем ты мне ее отмечаешь? Я никак не заберу это. Так, вот сундучок. А, не с той стороны. Шикарно. Ну, в принципе, сейчас доходим вон до той точки. И можно закругляться. А то уже, наверное, запись где-то на час как раз. Еще где. Чуть сделал. Чуть мы вылетели. Что тут за обходы такие странные? Блядь. Не пусти его, прикинь. Блять, еще давай. Не. Нам пиздец. Не хочет эту. Пропускать так не хочет. Хочешь, чтоб я как-то непонятно через дома проходил? О, все, отлично. Это типа следующие бусы там или чё? Ну давай еще одни бусы поймаем. Мне чё, сложно? Жена, блядь! Чё происходит? Кто здесь? Ты не убили, крысёныш! Да лети ты своей дорогой, я тебе уже на кондоре всё сказал. Сукин сын! Я до тебя доберусь, кот странный. Иди нахер. Я устал от всего этого. Охеревшая бабуся. Профессор, сбой был устранен. Где войска, где контроль коллектива, где Аргентум в конце концов? Отряд Аргентум в преддверии запуска проекта «Атомное сердце» был разослан по всему миру. И прямо сейчас находится довольно далеко отсюда. Отчасти поэтому он не мог
предотвратить предыдущий сбой коллектива, устроенный предателем Петровым. Занятые люди. Не ярничайте, майор Сергей. Да куда уж мне, не до этого. Не спрашивайте, зачем я так делаю. По приколу. Так. Пиздец, я думаю, что меня прокидывает? А это бабка прилетела. А тут что? Выловите бус. А. Вот это вот страшная херня. Ну. Я вентили разучился вертеть. Вот это уже весело. А может сейчас вот тут придется закругляться? Не знаю, не знаю. Но вот уже прям ощущается повышение FPS в подвале, потому что это подвал. У меня тут аж целые 60 показывает, охренеть. Сейчас просадочки пошли какие-то. И просадочки ушли. Что это такое? Страх какой. Ну тут какие-то просадочки. Чуть-чуть. Менделеев — гениальный русский ученый. Открытием периодического закона химических элементов он способствовал развитию этой современной химии. Дмитрий Иванович Менделеев. О, ящички. Как давно у нас не было ящиков, народ. Я, кстати, помню, на какую-то кнопку можно было менять, какие хочешь использовать хилки. Так вот, я уже забыл. Каковы это кнопки? А, еще вот так вот можно, кстати. Точно, можно вот так. Так, ладно. Продолжим. В следующей серии. А сейчас подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Не забывайте писать ваши комментарии. Вашим комментариям я очень рад. Всегда читаю. Даже когда, ну, не выкладывал долго видосы, я тоже их читал. Всем удачи, друзья, и всем пока. Я с вами, я про вас не забыл. Просто разные в жизни бывают обстоятельства. Ну что ж, всем до скорых встреч, всем пока.